учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанные любить, учит в школе, учит в школе, учит в школе. Но ходить восток и юг, рисовать квадратный круг, учит в школе, учит в школе, учит в школе. И не путать никогда острова и города, учит в школе, учит в школе, учит в школе. И не путать никогда острова и города, учит в школе, учит в школе, учит в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе, учит в школе, учит в школе, учит в школе. Крепко на родители, дорогие ребята, гости, с новым учебным годом, с днем знаний! Когда сентябрь у школьного порога рассыплет нежных флосков лепестки, начнется наша трудная дорога, как говорят, с нетронутой доски. И первый лучик в небе синем нам шлет сегодня свой привет. Над необъятную Россию встает торжественный рассвет. В школу Родина зовет, в школу ветер нам поет. Пусть хорошим будет, пусть веселым будет, пусть счастливым будет школьный год. Школа, внимание, под государственный флаг Российской Федерации смирно флаг внести. Thank you.
торжественную линейку, посвященную началу учебного года, считать открытой. В лице директора нашей школы Кузнецовой Натальи Евгеньевны. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые родители и уважаемые гости! Мне с огромным удовольствием хочется поздравить всех нас с началом нового 2015-2016 учебного года. Мы очень ждали вас всех сегодня. Я очень надеюсь, что летом вы все хорошо отдохнули и набрались сил. Ну а сейчас наступает необыкновенная, очаровательная пора. Наступает осень. И нужно возвращаться в школу, к новым знаниям и к новым свершениям. Мне от всей души хочется пожелать всем интересного, удивительного, полного открытий нового учебного года. Сегодня очень волнительный день. Сегодня первый звонок прозвенит для 160 первоклассников, которые впервые пришли в нашу школу. Это очень трогательный и важный момент, который запомнится для вас, ребята, на всю жизнь. И мне хочется пожелать вам, чтобы вас сегодня встретили любящие, потрясающие, необыкновенные, добрые учителя, которые будут также любить вас и заботиться о вас, как и ваши воспитатели в детском садике, и дальше поведут вас по вашей школьной жизни. Но, конечно, сегодня же такой, в этот потрясающий день хочется поздравить и наших будущих выпускников. Дорогие ребята, этот год для вас должен стать самым продуктивным из всего школьного обучения. Вы фактически выходите на финишную прямую перед вступлением в вашу взрослую жизнь. Поэтому мне хочется пожелать вам удачи, творческих свершений, чтобы вы все свои силы вложили в обучение, потому что это вложение в ваши будущие перспективы и вашу будущую жизнь. Уважаемые учителя, сегодня, когда видишь столько прекрасных лиц детских, столько цветов,
В этот замечательный праздник, День знаний, хочется сказать вам о том, что это огромное счастье для всех нас, выбравших эту потрясающую профессию, профессию педагог, быть сегодня здесь, встречать наших ребят снова в школе, в новом учебном году. На самом деле для каждого школа означает абсолютно разное. Да? Для кого-то это новые впечатления, новые знания, для кого-то это новые друзья, для наших учителей это новое открытие и Новый год. Мы же не только даем знания, мы еще и каждый день сами учимся у наших учеников. Поэтому, уважаемые педагоги, мне очень хочется пожелать вам, чтобы ваша замечательная профессия приносила вам только радость, и чтобы каждый удивительный день встречи с нашими ребятами стал чем-то новым, творческим и давал возможность дальше развиваться, придумывать что-то интересное и давать это нашим ребятам. Поэтому я от всей души желаю вам творческих успехов, очень плодотворного года, замечательных учеников и таких же замечательных родителей. Ну, спасибо. Ну, дорогие ребята, что хочется сказать, что в нашей семье прибыло, у нас прибавилось детей, у нас пришли новые учителя, и я очень рассчитываю, что вы их так же полюбите, как и учителей, которые продолжают работать в нашей школе. Детей все больше, классов все больше, и наша семья с каждым годом все больше растет. Стало доброй традицией всем вместе, и детям, и родителям, и учителям, решать поставленные перед нами творческие интересные задачи, повышать имидж школы, достигать новых вершин и добиваться высоких результатов в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. Поэтому еще раз от всей души я поздравляю вас с этим потрясающим, замечательным праздником, Днем знаний. Всем нам в добрый путь, удачи, творчества и новых свершений. Поздравляю! Спасибо, Наталья Евгеньевна, за теплые слова. Особенно радостный и волнительный день у тех ребят, которые впервые перешагнули порог нашей школы. 160 первоклассников влились в часы. Первый день осени, 1 сентября. Слабо еще изучена тайна календаря. Если вглядеться пристально, всего лишь один из дней. А сколько в этой пристани отправлено кораблей? Праздник сегодня особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. Чтобы этот день нам запомнился надолго, мы пригласили на наш праздник много гостей и самый-самый важный гость на пороге. Читаю указ, написан для вас. Все с сегодняшнего дня в класс допускаются. Все уроки, как всегда, в 8:30 начинаются. И большим, и маленьким, и грустным, и веселым, худеньким, и толстеньким, с веснушками, и без. Что приказано учиться, чтоб было чем гордиться. Здесь даже подпись есть. Царь знаний. Всем-всем-всем, сразу после лета, хотите вы или нет, мальчишкам и девицам, всем пора учиться. Прогоните скуку прочь, спрячьте под подушку и держите круглый год ушки на макушке. Коль указ прочитан здесь, и народ собрался весь, пора праздник начинать, мудрые советы дать. Слово предоставляется самым главным виновникам нашего торжества – первоклассникам. Первоклассник перед тобой. У меня портфель большой, ранец на уже спиной.
мной. Кто сегодня рано встал, быстро в школу прибежал? Ну, конечно, это я и со мной моя семья. Месяц два тому назад мы ходили в детский сад. Много ели, много пели, очень вырасти хотели. Наконец сбылись мечты, началась учеба. Всюду яркие цветы, сегодня день особый. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться. На 4 и на 5 на уроках отвечать. Большой и светлой школе для нас открыта дверь. Мы все пришли учиться, мы школьники теперь. Дорогие первоклассники, сегодня у вас замечательный праздник. Вы стали учениками, а наши 11-классники стоят на пороге самостоятельной жизни. В этом году они выпускники. Поэтому слово предоставляем 11-классникам. Ходить нам в школу. Учениками год нам быть. Но не забыть нам дни веселых. Учителей нам не забыть. На смену новые ребята придут с надеждой большой. И первый день им станет самый счастливый, дорогой. Мы много нового узнали. Мы выросли в этих стенах. Еще совсем недавно в школу мы также шли с мечтой казан. Учителя нас принимали, дарили нам свое тепло. Учили жизни понемногу, давили на корню все зло. И вот всего лишь год остался, а дальше каждый по себе. Но обещаем, будем вечно своей мы преданной мечте. Все то, что мы здесь постигали, мы не забудем никогда. Учителей своих мы помним, они у нас в сердцах всегда. С музыкальным подарком для вас выступает танцевально-спортивный клуб СССР «Алые паруса». Встречаем бурными аплодисментами.
Звонки. А впрочем, и не может быть иначе. Ведь с них желают. Ведь с них. Давно люблю я школьные звонки. А впрочем, и не может быть иначе. Ведь с них начинается живая связь с таки и первые раздумья на задачи. От них уходит на любой маршрут. И в них открытие радостных начала. Вот так, наверное, ракеты в старт берут, и корабли уходят от причала. Каждый год наша школа, как огромный корабль, уходит в плавание по морю знаний. И сегодня мы приветствуем тех членов школьного экипажа, которые сумели показать свои знания. Мы говорим спасибо нашим отличникам и ударникам за труд, за учебу, за их призовые места в олимпиадах, научно-практических конференциях и творческих конкурсах. И надеемся, что они будут приумножать свои знания и достигнут больших высот. Мы гордимся, что в нашей школе есть такие ученики. Для награждения учащихся за успехи в учебно-творческом пути приглашается директор нашей школы Кузнецова Наталья Евгеньевна. И заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сулейманова Юлия Фаритовна. Дорогие ребята, нам с огромным удовольствием хочется вручить похвальные листы нашим учащимся, показавшим отличные результаты в обучении. Второй А-класс, в этом году третий А-класс, Шпаков Борис, Сконечный Данила, Бернакевич Елена. Аплодисменты! Представитель класса, получите похвальные листы. Третий А-класс, получите похвальные листы. Второй Б-класс, в этом году третий Б. Хмуро Надежда, Филиппов Антон, Лобанова Анжелика. Поздравляю, ребята! Представитель класса, получите похвальные листы. Аплодисменты! Второй Г-класс. В этом году уже третий Г. Огнева Ева, Загайнова Марина. Поздравляем, ребята! Аплодисментами! Получите, представитель класса, похвальные листы. Третий Г. В этом году четвертый А. Абуева Наида, Пизяев Максим, Акутина Анна, Смирнова Полина, Рощина Мария, Хандрикова Варвара, Милюков Леонид. Поздравляем, ребята! Третий Б-класс. В этом году четвертый Б. Лесбет Кузе Ангелина,
Ванеева Степания, Филиппова Милана, Лобанова Александра, Сенькина Дарья, Алымова Надежда. Поздравляем, ребят, давайте поаплодируем нашим отличникам. Третий В-класс, в этом году 4-й В. Ахметов Марсель, Корнев Андрей, Кришкина Элина. Поздравляем вас, ребята, получите похвальные листы. Поздравляем, молодцы. 5-й А-класс, Илясова Нина, получите похвальный лист. Поздравляем! Аплодисменты, ребят! Давайте аплодисментами наши будем поощрять отличников. 5-й Б-класс. Новикова Екатерина, Моторин Василий, Маликова Полина, Князев Святослав, Богословская Софья. Поздравляем, ребята! Представитель класса, получите похвальные листы. Поздравляем! Получаем? Ага, поздравляем вас. Все, шестой А-класс. Аджали Илина. Просим получить похвальный лист. Поздравляем. Седьмой А-класс. Трембовецкая Елизавета. Полиенко Алина. Отто Жасмин. Отто Валерия. Красова Екатерина. Вороная Алина. Поздравляем. Молодцы, ребята. Седьмой Б-класс. Паснова Кристина. Получите похвальный лист, пожалуйста. Поздравляем. Аплодисменты ребятам. Восьмой А-класс. Смирнов Михаил. Девятый А-класс. Рыльский Давид. Дэниел Галина. Получите, представители класса, похвальные листы. Аплодисменты ребятам. Тихо, тихо, тихо. Девятый Б-класс. Новиков Никита, Еременко София. Поздравляем, аплодисменты. И 11-й А-класс Мацап Дарья. Просим получить похвальный лист. Ну а теперь давайте еще раз громкими аплодисментами поздравим наших отличников. Молодцы, ребята, поздравляем. Надеюсь, что на следующей линейке, в следующем учебном году, список прибавится как минимум в 2 раза. Поздравляю!